Натали с вами и вещает из Израиля, из города Тель-Авив, столица, где мы сейчас находимся, на набережной Средиземного моря, в этом чудесном жарком городе. На самом деле сегодня погода не очень, потому что поднялся сильный-сильный ветер, но это очень классно, я думаю, для серфингистов, которые могут насладиться огромными просто волнами. Вы сейчас можете увидеть, какие сильные волны здесь. И пляж очень-очень большой. Набережная такая длинная-длинная, аж туда идет. Здесь находятся различные дома, отели. В каком-то из этих домов, я знаю, то ли вот в этом, то ли вот в этом, есть квартира Кобзона. А может быть, даже в том с красненьким. Вот. Тут, конечно, очень симпатично, но все стоит денег. Бесплатного в Израиле ничего нет. Так что бэкпакерам здесь не место. Вот такие классные волны сегодня на море Средиземном. Вообще очень прикольно, в Израиле три моря, хоть страна такая малюпасенькая, а доступа к морю валом. То есть одно это Средиземное, в основном идет вдоль всего побережья западного страны, и потом внизу, то есть на юге, доступ к Красному морю в городе Эйлат, ну и там на границе с Иорданией доступ к Мертвому морю, который тоже очень чудесный, и скоро я вам его покажу, потому что мы туда едем отдыхать на пару дней. Вот такая вот информация для вас. Смотрите Анзор ТВ.